Так, всем привет! Вот она я и сижу сейчас, снимаю видео. А начну по порядку. Начну с первого. Почему перестал выпускать видео? Видео перестали выпускаться из-за того, что у меня произошло перевыгорание. Это перевыгорание затянулось надолго, да, заметили. И во-вторых, много негатива в мою сторону. Вот. А почему я так говорю? Потому что я уже прошла через это и еще держусь в этом негативе немножко, но сама себя немножко успокаиваю и говорю: успокойся, успокойся, все будет нормально. И в-третьих, ну, конечно же, моя аппаратура, она постоянно ломалась, постоянно фокус не такой, постоянно меня что-то раздражало, да, в моей аппаратуре. Так что вот так обстоят дела. А у вас как дела? У нас наступает осень. И это видео я записываю 18 сентября. Августа. И сейчас в данный момент настраиваю себя на осень, да, то, что уже идет похолодание. Я думаю, что уже нужно как-то перестраиваться на осень, какие-то планы, потому что осенью, ну, еще будут такие дела, летом все равно ты загружен, то сельская, да, скажем так, жизнь на полное идет ходом, это отработал, пришел на огород, на огороде пополол, пришел домой, кушать приготовил, убрался, помылся, лег спать, заснул, опять работа, огород, и так пролетело все лето. В принципе-то и снимать нечего, каждый кустик, ой, у меня тут вот выросла помидорка, ой, ну мне вот так не хотелось, вот. Конечно, была солнечная погода, было хорошо, все прям идеальное лето было. Но в данный момент пасмурно. Есть дожди такие мелкие, но меня это не волнует, не запаривает. И я как-то спокойно к этому отношусь. Напишите, как у вас обстоят.